Новая детская поликлиника в микрорайоне Новокраскова начала прием пациентов. Медицинское учреждение разместилось на первых этажах жилого дома. Наша съемочная группа пообщалась с первыми посетителями и узнала, какие для них созданы условия. Если все врачи будут здесь в одном месте, то, конечно, будет легче, чем ездить по разным местам, чем ездить в Люберцы. Ездить в Люберцы теперь точно не придется. Мощность новой поликлиники – 150 посещений в смену. Здесь работают 4 педиатра и 6 узких специалистов. Медучреждение укомплектовано не только сотрудниками, но и современным оборудованием. Вот, к примеру, рабочее место офтальмолога. Здесь созданы все условия для качественной проверки зрения маленьких пациентов. Вот у нас современная щелевая лампа. Она позволяет оценить более глубокие участки глаза. Это и глазное дно, это и сосуды. Модернизация поликлиники продолжится в начале 2020-го. После Нового года здесь начнется прием лора и хирурга. Появятся кабинеты физиотерапии, функциональной диагностики, ингаляционного лечения. В ближайшее время еще будет комплектация ультразвук, флюорография, рентген. Поэтому здесь будет полный комплекс медицинского обслуживания для детишек. Все документы, лицензии на право заниматься медицинской деятельностью в поликлинике имеются. К новой поликлинике уже прикрепились более 7 тысяч детей. Записаться на прием можно через портал госуслуг, единый колл-центр, а также Инфомат. К узким специалистам можно попасть по системе «Врач-врач». Луиза Игазарян, Валерия Псалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.